8 числа я как проснулся с утра, монтировал видосы за прошедшие дни. Потом съездил за результатами. Точнее, нет, наоборот, сначала с Коляном купили эклеры кузина, Хорошо, Коля, давай. попробовали. Открывай. Очень вкусные. Потом я поехал за результатами обследований. Более подробные результаты с дисков, с полной графикой. Я, наверное, потом выложу отдельным файлом. Причем не видео, а именно вот эти файлы, как в этой программе KeyPax, чтобы можно было полностью увидеть, что у меня с позвоночником и шеей. Но если кому интересно, могу скинуть потом на Яндекс Диск, как до дома доеду. У меня с ноутбуком какая-то беда, он почему-то не воспроизводит эти диски. Хотя у них на компьютере нормально все было. Открывалось. Ну, же как приеду домой, так и выложу. Так, ну а полной версии пробы эклеров и поездка за видаком с дальнейшими тестами у Алекса КВ. Я уже выложил отдельными видео полной версии. Ссылки будут в описании.